Какие мысли приходят на ум, когда мы слышим слово АЭС? Зеленое свечение радиации? Резвящиеся в пруду охладители пятиметровые рыбы-мутанты? Вокруг летают споры онкологии? А двухголовые коровы лижут содержимое бочек с радиоактивными отходами? Стоп! В реальности АЭС не оказывают влияния на радиационный фон, не выбрасывают углекислый газ в атмосферу. А чистая экосистема вокруг этих высокотехнологичных объектов стабильно привлекает внимание орнитологов, изучающих редкие виды птиц, рыбаков-любителей, приезжающих на соревнования, а животное разнообразие попадает в объектив фотографов с мировой известностью. Сегодня 67% мировой электроэнергии производится традиционно сжиганием углеводородов и сопровождается выбросом 13 миллиардов тонн углекислого газа в год. Это 40% всех мировых выбросов. А солнце, ветер, гидро и атомная энергетика являются зелеными, чистыми источниками энергии, которые не конкурируют, а эффективно дополняют друг друга. Было бы здорово, если бы человечество потребляло только энергию солнца и ветра, но ее банально не хватает на всех, и человек не может ей управлять. Прямо сейчас у 2 миллиардов человек в мире ограничен доступ к электроэнергии, и этот неудовлетворенный спрос до 2030 года увеличится на треть. Сегодня мощности мировой атомной энергетики составляют 390 гигаватт. Если бы эта мощность генерировалась только за счет углеводородов, то в атмосферу выбрасывалось бы 2 миллиарда тонн углекислого газа. Для сравнения, все леса северного полушария ежегодно поглощают 1 миллиард тонн углекислого газа. То есть половина нашей планеты не справилась бы с проблемой, которую прямо сегодня решают атомные технологии. Атомная энергетика — это высокотехнологичная легкая планеты.